Си Цзиньпин прибыл в Астану. Председатель Китайской Народной Республики с государственным визитом пробудет в Казахстане 3 дня. В воздушной гавани высокого гостя встретил лично Касым-Жомарт Токаев. Кроме почетного караула, приветствовали лидера Китая и членов официальной делегации дети. Держа в руках флажки двух стран, они исполнили песню на китайском языке. Отмечу, что программа визита предусматривает проведение двусторонних переговоров на высшем уровне и подписание ряда важных документов.